Добрый день! У нас сегодня радостная новость. У нас висят ролеты. Вчера уже вечером повесили. Это я вам сейчас покажу, как вот они закрученные. Все хорошо так подошло. Но вот эти крайние только были, которые по 70 сантиметров, немножечко пришлось отрезать. По металлу обрезали, а ткань обрезала я сама. Приезжал братик родной с другом, и все они нам быстренько сделали. Спасибо им огромное. Два часа. Ну, я считаю, это быстренько, потому что аккуратненько, все прям четко подгоняли, чтобы было... Все, везде поставили, везде была леска, вот лесочка везде натянута, не только на вот этих, а на всех поставили, потому что она все равно ну, не плотно ложится ткань. Вот все зажимчики, только вот эти вот я еще сама на двусторонний скотч прилеплю, просто мне фольгу поснимали, и вот этот же скотч, который я лепила, везде пооставался, нужно его сейчас... поотмывать хорошо, почистить, ну, окна помою, вот, и тогда уже закреплю. Ну. А ты что? Хотел, чтобы вообще не просвечивалось? Да? Ты? А, Дима говорит, а я, говорит, хотела, чтобы ты повесила. Да, я бы точно не повесила, потому что там и на саморезики ставили, чтобы оно хорошо держалось, не на скотч двусторонний этот. Так что все, как говорится, закрепили, как положено, чтобы держалось. Все четко, все, спасибо огромное. Самое главное, спасибо огромное Максиму. Это Максим нам прислал из Иваново. Вот такие ролеты. А там, по-моему, баксик свалился откуда-то. Что-то. Сейчас я закрою и посмотрите, как они смотрятся в опущенном виде. А вот так они выглядят, когда закрытые. Ну, ночь. Самая настоящая ночь. Да. В принципе, можно вот эти специально пластиковые, еще продается сюда крепление, которое оно между ними засовывается. Но я думаю, и этого достаточно. Не нужна теперь ни фольга, ничего. Так что, Максим, огромное, огромное тебе спасибо. Дай Бог тебе здоровья, всем твоим родным и близким. Будем закрывать и постоянно о тебе думать, вспоминать. Спасибо большое. Забывает, что надо через грудь говорить. Начинает шепотом немножко. Все, мы прям безумно рады. И расцветка такая приятная. Сейчас тут вот свет чуть-чуть включу. Самое главное, что они, видите, двусторонние. Здесь белая ткань такая. Свет не пропускает. И здесь такой. Ну, камера не передает, конечно, цвет. Но очень такой приятный, знаете, для глаза. Не яркий, не блеклый. Ну, о таких мы и мечтали. Да, спасибо огромное. Я смотрю, не налюбуюсь. Ура! Ура, товарищи! Все, теперь главное еще отмыть все. Вот так. Теперь Димка будет до 12 спать, пока я не зайду, не открою. Да, хорошо, когда мне куда-то надо будет пойти. Буду знать, что спит, не проснется. Yeah.
Ляжешь днем. А, я могу. Ну да. Никто не сомневается. А вот так выглядят жалюзи вечером, то есть ночью. Отлично, просто замечательно. 8:30. Почти полдесятого. А здесь все равно ночь. Наконец-то, доброе утро. 10:15. Конечно, нормально. Сейчас хочу показать, вот как ролеты затеняют. Посмотрите, какая там жарище, солнце как светит. Я вот маленькие кусочки приоткрыла, чтобы немножко свет попадал. И как хорошо они затеняют. И в квартире не жарко. Очень замечательно. А у нас сегодня пошел небольшой такой дождичек. Хорошо, сразу дышать легче становится. Дождичек нужен, конечно, чтобы не поливать. Ну, хотелось бы, чтобы посильнее, но пусть целый день тогда так идет хотя бы. Капельный тоже хорошо. Вот, жалюзи закрыты. Вот, смотрятся с улицы вот так, как белое полотно. Как будто краской закрашены стекла. Ирочка, теперь... Режу только исключительно этим ножом. Очень нравится. Очень он прям так измельчает хорошо. Даже лучше, намного лучше, чем мой зубчиками ножичек. Мне нравится. Теперь нарезаю только им. Вообще так мелко получается. Замечательно просто. Берегу его, как поработала, сразу его ложу обратно вот в эту коробочку, чтобы не разбился. Также вот этой чисткой тоже я поняла, что она керамическая, ей хорошо пальцы не порежешь. Тоже картошку, вот морковь, очень хорошо тоже она чистится. Уже я приспособилась, научилась как быстренько и хорошо. Так что спасибо тебе еще раз огромное. Режу морковочку, жарю блины. Вот так. Баксик помогает. Да. Дождик поморосил, поморосил немножко и перестал. Я вышла на огород. Мне сначала в подвал отнесла огурчики, которые закрыла по-корейски. И собрала новенький урожай. Сегодня прям так неплохо помидорчиков собрала. И дорыла, уже тщательно там поразрывала, достала всю картошку к этой. Все. Вот это вот самая большая получается. С голубиное яйцо. Вот. Баксик любит здесь сидеть в шлангочке. Тут, наверное, или водичка остается, или, может, она прохладненькая, ему хорошо тут сидеть. Он прям как гнездышко ложится. Вот. Пообедал. Сейчас и мы будем обедать.
Друзья, всем привет! Сейчас еду на остановку, еду опять в поселок, поиграться опять с внучкой. Взяла опять пакет, два ведра. Она говорит, приезжай, еще походим, насобираем или абрикос, или еще чего-нибудь. Ну, чего-нибудь насобираем. Себя не показываю, так как камера прикреплена на подтяжке. Идет, сама все снимает. Так удобно, руки свободны. Машина вон стоит с водой. Опустошили на предыдущем микрорайоне, теперь он пополняет. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий и нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о наших новых видео. Вам не сложно, а нам это поможет в развитии канала. Спасибо огромное. Мне еще надо зайти в магазин, на терминале интернет пополнить. Приехала. Ох, кто-то сахар рассыпал. Целая дорожка. Путеводитель. Кто-то мешок вез, наверное, с дырочкой. Сокращать путь не стала, там этой амброзии очень много, поэтому пойду так, через магазины, скажем так, через центр. Кто новые подписчики, это у нас поликлиника, только это получается
задняя сторона. Это хозяйственный был магазин. Памятник стоит известному солдату. Здесь на 9 мая митинги всегда проходят. Зайду на магазин, куплю что-нибудь, какую-нибудь вкусняшку. Моя школа. Игрушки такие хорошие. Попробовать. Можно игрушек домой набрать. Сладкие. Сливы крупные. Ну еще зеленые. Абрикосы. Приветик. Привет. Ты снимаешь, да? Да. Снимаю. Ты штука какая-то странная. Нормально. Надо сделать нормальный звон. Ну, давай. Три, два, один. Это среди шиповника выбирал сливку и кушал. Ух ты! Нет, тут не червивая вода, не червивая. Сливки? Угу. Ничего, намочить червячок вылезет. Значит, натуральные. Раз червячок там живет. Королюша, а ты едешь? Чуть не покушала внутрь. Слышишь, ну приедешь, потом уже будем кушать, да? Сейчас поели молоко. Так, сливок немножко нарвала. Теперь абрикосок. Это соседний тут двор нежилой. Вот такие хорошие. Это я так. Для еды. Видите, какие классные. Королюшка сейчас на ставок поедет. Тоже с двоюродным дедушкой свозит. Так что я пока без помощницы. Я уже дома. Опять два ведра привезла. Здесь яблоки почти целое ведро. Такое виноградика сестричка дала. А здесь под низом сливы, абрикосы, персики и помидорчиков еще тоже наложила. Сестричка с пустыми руками. Никогда не приезжаю. Вышла на огород. Ветер так дует сильно. Солнышко спряталось. Может, дождь пойдет. Посмотри, тут у меня девчонки на нежилом балконе. Халабудку себе сказали будем строить. Убрали мою палку, что я закрывала. Говорю, мы тут порядок наводим. Навели порядок. Ребята, 10:30 вечера уже. Я выходила, полила все, напор маленький. По ниточке, но все равно все полила, потому что уже начали цветочки подсыхать. Помидорчики
Вот это вот сегодня собрала. Огурчики, это те покупные остались для салатика. Вот. Эти, которые я уже обрывала 2 дня подряд, они уже вот из буреньких уже красненькие превратились. Которые сестричка дала, я положила в холодильник, потому что они еще, ну, чтобы не испортились, мягенькие. Яблоки и сливы, они тверденькие, я их вынесла в кладовую, чтобы мошки не завелись. Абрикоски я перебрала, засыпала чуть-чуть сахарком, они до завтра дадут сиропчик. Я солью и буду как цукатиками делать, заливать сиропчиком несколько раз, а потом закрою, не знаю сколько тут, баночка, 2 может полулитровых получится. Дальше, виноград я тоже пока положила в холодильник, он твердый, еще постоит до завтра. Персиков мы немножечко покушали, которые потверже, тоже положила в холодильник. Вот, и персики мои, помидорчики, виноградик. Вот, завтра еще надо кабачков нажарить. Некогда булочки я тоже в холодильнике храню, потому что я не кушаю, чтобы они не испортились. Так, а которые были помягче, персики, я тоже немножечко их от косточки обобрала, немножечко водички налила. Сейчас хотя бы разочек закипят. Вот, а потом уже буду уже завтра через сито их, может быть, сюда в цукатики добавлю, в абрикоски, ну посмотрю. И здесь у меня мясо, голени и желудочки куриные дотушиваются. Ну сейчас еще как раз полчасика, в 11 часов, и пойдем спать. Баксик тоже тут со мной, да, Баксик? Надо окошко открыть. Мошки, мольки какие-то летают.